Да. Пошло, да? Да. Летели земля и скалы, столбом поднимался дым. Казалось, никто оттуда теперь не уйдет живым. Третий сигнал по радио. Немцы вокруг меня, бейте 4-10, не жалейте огня. Майор побледнел, услышав. 4-10 как раз то место, где его Ленька должен сидеть сейчас, но не подавший виду. Забыв, что он был отцом, майор продолжал командовать со спокойным лицом. Огонь, летели снаряды. Огонь, заряжай скорей. По квадрату 4-10 било 6 батарей. Радио час молчало, потом раздался сигнал. Молчал, оглушило взрывом, бейте, как я сказал. Я верю, свои снаряды не могут тронуть меня. Немцы бегут, нажмите, дайте море огня. И на командном пункте, приняв последний сигнал, майор, воглохшее радио, не выдержав, закричал. Ты слышишь меня? Я верю, смертью таких не взять. Держись, мой мальчик, на свете два раза не умирать. Ничто нас в жизни не может вышибить из седла. Такая уж поговорка у майора была. Замечательно. Высоковато, можно повторить еще раз. Камушки стекают.